Всем огромный привет, меня зовут Марина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду обозревать новую куколку в моей частной кукольной коллекции. Приехала она ко мне сегодня, и я даже не хочу терпеть и ждать удобного случая для распаковки, чтобы сделать это как-то очень красиво и качественно. Я хотела ее быстрее распаковать и вам показать. И очень я ждала эту куклёху. Поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Итак, коробочка очень плотная, картонная и перевязана такими вот ленточками атласными мятного цвета. Я сейчас одену перчатули, потому что я без понятия, как себя нужно вести с куклами из фотополимерной смолы. На самом деле я очень переживаю за то, что это очень хрупкий материал, и когда я стала советоваться по поводу кукол из этого материала, так, понятно, их только вот так, то все в унисон стали мне говорить, что смола эта, она колется как леденец и очень хрупкая. Но автор этой куклы прислала мне видео, где она кидает голову с высоты, наверное, с метровой высоты, и от нее даже вот кусочка от ушка не откалывается. И после этого сомнения по поводу прочности этого материала у меня отпали. Так. А тут еще пупырка, еще больше, больше пупырки. Но на самом деле... Ой, я вижу парик. Блин, я, если честно, уже забыла, когда последний раз я вскрывала куклу. Обалдеть. Так. Ой, он синий, ребят, это паричок. Мы его попозже. Так, это мордочка раз. С мордочками мы разберемся попозже. Та-дам. Обалдеть, она такая длинная. Круто. Ну что? Ой, я вижу ее ручки. Она такая легкая, она просто невесомая. Очень легкая. Мне кажется, многие из вас уже догадались, да, что это за кукла. Ну, наверняка кто-то подписан на автора. У нее фейсплейт. Она такая синяя. Обалдеть. Очень легкая и очень синяя. Вы знаете, я думаю, я могу снять это. Я уже чувствую, что, в принципе, ничего страшного не развалится. Так, сделаем. Так вот это не снять, конечно. А, тут, кстати, скотч уже подготовлен для того, чтобы его можно было открепить.
Блин, это бомба. Класс. Вот так нельзя вытянуть? Блин, это просто круто. Я очень вообще довольна, что мне удалось такую красотку себе в коллекцию заполучить. Причем, если честно, то для меня это было не очень просто, потому что автор очень переживала из-за того, что я хочу ее приобрести. Но на самом деле, ребят, ну я же коллекционер. Я такой же коллекционер, как и любой другой. Я люблю кукол. Если я хочу купить куклу, то значит я хочу купить. И бояться не нужно. Так. Это вот что? Я еще на фотках заметила вот эти вот точки, но на самом деле это штыри. Она вот, знаете, вот как фарфор. Она как будто фарфоровая, и там штыречки, чтобы резиночка проходила по центру шарнира, потому что он полый абсолютно. И без штырьков она просто не держала бы форму нога. Ой, классная. Она такая необычная. И вот эта фотополимерная смола, как бы вам описать, какая она на ощупь? Она достаточно приятная, гладенькая, очень-очень куколка легкая. Она как пластик. Вот эта смола, просто пластик. Кукла проклеена искусственной замшей в местах шарнирных соединений. Меня изначально смутил черный цвет проклейки, но, в принципе, ничего страшного. Посмотреть на ее лапки. Телефон фокусируйся. Мне безумно нравятся вот эти вот ее лапы. Очень крутые. Мама. Ручки. Ноготочки есть. Даже вот этот вот пальчик. Позвонки. Шея. Ну и теперь, наверное, самое интересное — это лица. Ой, какая она прикольная, такая необычная. Это вот первое лицо. Мне очень понравилось, что у нее на веках желтый цвет. И нижняя губа, она тоже желтая. Это очень прикольно выглядит. Глазки у нее янтарные. Давайте померим. Вау! Я, если честно, у меня какие-то дурацкие эмоции. Ой, прикольная. Так, теперь вторая мордашка. У меня на самом деле сегодня уже была съемка, и я настолько наговорилась, что просто не знаю, что еще сказать. Вот это мне лицо понравилось больше всех. Она очень крутая. Smokey Eyes. Вот это фаворит мой, явно.
Очень красивое лицо, прям очень. Так, и парик. Синяя козочка, явно или альпака. Я, если честно, забыла спросить, что за материал. Личики крепятся на магнитах. Также магниты есть в голове для паричка. Так, а сейчас я попробую кое-что сделать. Так, и померяем парик на вот эту красотку. Супер эффектный образ. Мне сказали, что кукла не умеет стоять самостоятельно, и я даже не буду этого проверять, потому что я очень боюсь, что она упадет. В общем, мой вердикт однозначный. Я в восторге от этой куклы. Единственное, я бы добавила сертификат и какой-то логотип ей, допустим, на затылок или внутрь головы. Очень-очень хочется каких-то отличительных знаков. Я считаю, что этим не надо пренебрегать. Это часть коллекционирования, то есть это часть автора. И любая авторская кукла должна быть помечена, так сказать. Но в любом случае это очень ценный экземпляр в мою кукольную коллекцию. Если вам также безумно понравилась эта кукла, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Пока!